мои дорогие друзья. Сегодня я опять в саду. Вот решила сегодня покрасить, побелить деревья. Купила вот такую краску. Не буду название такого. Краска для садовых деревьев водно-дисперсионная акриловая. Так. Никогда не красила. Красила только известью, мелом. Вот такой состав. Вот решила с акрилом попробовать. Написано для краска для стволов и сучьев деревьев. Образует дышащую белую матовое покрытие и защищает от солнечных ожогов и вредителей. Красить я стала вот так вот. Отодвинула немножко землю от ствола. Вот и начинаем красить. Краска вот такая густая, белая. А, еще забыла сказать, что в краску я добавила чайную ложку, вот на литр чайную ложку купороса медного. Развела его в теплой водичке, чтобы он разошелся. И вот начинаем здесь вот у земли, у стыка хорошо пробеливаем. Солнце сегодня, солнышко у нас 13 градусов. 3 дня обещают без дождей. Вот и решила. Трата вот уже треснутая. Тут у меня с прошлого года смылась. Весной не успеваешь белить и красить. С осени решила вот этой краской. Посмотрим. Весне сниму, посмотрим, остался у нас, нет, слой дерева красочки. Вот одно дерево покрасила. Вот оно как выглядит. И сейчас вот это у меня в саду 5 яблонь. Таким макаром. Ну вот, как-то так. Пользуйтесь случаем. Белите, пока дождей нету. Всего доброго. Всем пока-пока.